окраинами город силен. Главная цель участников проекта «Двороводы» – украсить не только центр города, но и другие районы Самары. Для этого на помощь местным властям призывают активистов. Слушателями школы могут стать председатели ТСЖ, управляющие микрорайонами и неравнодушные активисты. Занятия проходят в формате лекций по ландшафтному проектированию, экологии и урбанистике. После теории участники переходят к практике в своих дворах. Один из таких активистов – Вячеслав Рябцов, автор проекта «Двороводы». Он занял первое место на молодежном форуме «Иволга-2.0», победив в смене молодежная команда страны. Теперь Вячеслав будет проводить лекции по благоустройству дворов в своем родном городе – Тольятти. Опыт есть. Говорит, что он самый молодой старший по дому в Самарской области. В своем доме он живет с самого детства и лично знает его проблемы. Мы будем обучать людей, которые заинтересованы в создании проектов по благоустройству, управлению многоквартирными домами, показать им, как вовлекать больше людей в создание проекта по благоустройству и доводить отрисованный проект до реализации. Красивый двор, прежде всего, радует глаз, и у людей возникает чувство сопричастности. Я хочу, чтобы он развивался. В проекте «Двороводы» есть и практические занятия. Ландшафтные архитекторы показывают, как сделать легкие конструкции из подручного материала, учат сажать деревья, оформлять клумбы из многолетников и ухаживать за ними. Идейный вдохновитель проекта Ольга Куранда говорит, активисты должны понимать, для кого они хотят делать двор и учитывать интересы всех его жителей. Большой проект по Куйбышевскому району, 113 километр, тоже хотим там сделать, навести красоту. То есть у нас есть некие территории города, которые не являются исторической частью, не являются презентационной частью, но там живут люди, достойные нормальной комфортной среды. Чтобы преобразить свой двор, жителям нужно собрать инициативную группу и подать заявление в администрацию района, желательно сопроводив ее будущим проектом двора. Дальше дело за администрацией района. Часто получается, что инициатива есть, бюджет есть, а совместить это все грамотно не получается. Сегодня мы будем об этом говорить, как правильно заявка оформляется, как правильно она перерабатывается уже с учетом мнения там, архитекторов. Двороводы очень много молодежи привлекают. Проект «Двороводы» готовится к новому сезону. Организаторы говорят, что хотят привлечь больше молодых людей в ряды активистов. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.